Привет, интернет, это Выживатор, и я продолжаю выживать в игре Deep Sky Relicts. Реликты глубокого неба или глубокого космоса, не знаю, как это точно переводится. Я решил купить скользкий взрывчатый модуль для оружейной модификации. Он даст мне электромагнитные гранаты, которые не дают, ну, во-первых, повреждают щиты, а во-вторых, не дают брать врагам новые карты, пока действует эффект два хода. Мы это берем. И еще я хочу купить дополнительное укрепление щитов для нашего техника, наверное. Открываем КПК и надаем все. Гранату мы отдадим нашему танку, потому что урон он не такой высокий наносит, чтобы прям отдавать сразу ему его отдавать охотнику. И укрепление щитов даем дополнительное нашему технику. Укрепление щитов на себя, сопротивляемости к урону на 3 хода. Вообще-то это не очень круто, слушай. Укрепление щитов. Это же на себя. Поэтому, нет, по-другому сделаем. Так, а можно ли как-то... так. А я не могу забрать. Подожди, смог, да? Смотри-ка, получилось. Так, а этот щит я сейчас, наверное, попробую поставить на... Дает две карты оружия. Нет, сюда не получится. Укрепление щитов. Сопротивляемости урона. Ну ладно. Ладно, берем. Закрываем и пойдем. Так, надо только вылечить моего охотника, и можно идти дальше. Так, появляться будем. Здесь я, в общем-то, все видел, но... Ой, а я не купил. Я не купил восстановление энергии. Так, давай сюда. Сколько мне нужно будет потратить? 150. Давай попробуем. Вы фантастик. Так, загадочное поведение. Бип-буп. Фантастический суррогат готов к игре? Да. Проверяю данные по результатам V2 анализа. Бип-буп, бип-буп. На самом деле я не издаю дурацких звуков. Я просто пытаюсь порадовать ваш примитивный мозг. Джолос, доступ разрешен. Для игры правильный тон. Мне нужно больше... большое количество энергии. Готовы ли вы сыграть в нее? Энергии. Нет, я знаю, что это за фигня. Я в итоге ничего не пойму. Там какие-то непонятные вопросы будут. Я видел такое. Я не буду с ним играть. Ну его нафиг. Он каким-то то ли математическим языком разговаривает, то ли чем, непонятно.
Ладно, здесь уже, в принципе, все. Уходим отсюда. Кстати, я же, по-моему, еще вот этому парню, да? Обещал сообщить. Я могу, конечно, отправиться в свой... Так, подожди, давай сюда зайдем. Раз уж я здесь рядом, поговорим с ним. Попробуем поторговать, может быть, что-то получится. У меня денег совсем нет. На станцию, да? Так. Так, у меня нет энергии, нет денег. Зря я туда пошел, наверное. К этому бип-бупу. Увеличение счетов. Все, это все не важно, потому что нужно что-то продать. Стойка контрудара, стрелковое оружие. Я не знаю, зачем это нужно, скорее всего, это какая-то хорошая штука. А я не думаю, что мне нужно вот это, ну, что нужно это оружие. Я его продаю, хотя оно хорошее на самом деле, но все-таки. Пополняем резервы, насколько есть возможность, и... Отправляемся. Так, могу я кому-то что-то сдать? Нет. Полетели. Очень надеюсь, что в этом походе мы найдем что-то ценное. Потому что мы уже на мели. Сканируем. Идем сюда. Стойте. Ведется поиск. Подозреваемый. Имя Соломея. Подозревается в непредоставлении соответствующих документов в офис бережливости и тяжелого труда. Основание нарушения нескольких законов, в том числе трудовой деятельности, и о появлении в общественных местах разыскивается для заключения под стражу и перевоспитания. Предоставляется награда за полезную информацию о подозреваемой. Непредоставление соответствующих документов? Что за бредовое объявление? Обвинение. Прикусите язык с офисом бережливости и тяжелого труда. Шутки плохи. Внимание! Если нарушитель продолжит делать клеветнические заявления, данный робот обладает полномочиями применить исключительную физическую силу. Ладно, она мне не попадалась. Подтверждено, внимание, присмотритесь к этому человеку. Она из числа опасных паразитов, которые встречаются в нашем обществе. Заявление, на этот раз мы ее поймаем. Но это вот такой квест. Давай просканируем. Корабль довольно приличного размера. Пойдем сюда. Так, ну повезло, что-то нашли. Уже деньги будут, значит. Опа! Сенсоры обнаружили грязную органику. Требуется уборка. Так, вы-то мне, кстати, не нужны как раз. Мне нужны головы роботов-уборщиков. Сверхмощное усиление.
самозарядка. Давай попробуем сверхмощное усиление. Если на себя, то прилив сил. Что такое сбой? Запрещает использовать карты одного или нескольких типов. На себя, видимо, да? На следующем ходу. Критический эффект, возврат. Ну, давай попробуем. Бац. Какой сбой? Неизвестно. Так, 14, да? Давай попробуем. Бам-бам-бам. Почти прикончил. Перезарядка или усиление щитов. Думаю, что сейчас все-таки важнее... добить вот этого парня. Так. Ну, чтобы меньше урона они нанесли в итоге. Усиление щитов. Я еще и, кстати говоря, почему-то могу даже усилить щиты кому-то. Не знаю только пока кому. А можно еще и на напасть. Ну, давай усилим щиты вот громили нашему. Он попытался по охотнику. Очень не любят охотника все враги. Вот, теперь он делает, пожалуй, провоцирующий удар. Наносит. Провокация на один ход. Все, что он может сейчас, это зарядка. Это вот из-за того, что он карту ту использовал. Укрепление щитов. Давай укрепим. Хотя нет смысла укреплять щиты вообще-то. Я же уже провокацию использовал. Так. Очередь. Укрепление, перезарядка. Ну и хорошо. Так, а теперь пора перегрузить его щиты, пожалуй. Можно еще обжигающий удар использовать. Мощный удар. Давай вот, электрический удар. Бам! Снял ему щиты хорошо. И даже перегруз устроил на два хода. Он не может карты новые брать. Я могу посмотреть, какие у него карты есть сейчас. Непонятно, какие карты. Так, цели указаний нет. Сверхмощное усиление. Цели указания. Подпитка. Ну вот, я думаю, что вот этой штукой я его сейчас разберу. Все, отлично. А вот головы не досталось нам. Хотя было двое, да? Бонус критического урона. Разящий выстрел. Цель теряет 15% сопротивляемости урона. Ну-ка посмотрим, можно ли ее взять. Нет, очень хорошие тут у меня бонусы, поэтому... пожалуй, что нет, не стоит. Сканируем. Идем сюда. Обыскиваем. Инструмент для поиска ресурсов. Это нам не надо. Продадим. Так, оружейный инструмент. Вроде неплохой. Две перезарядки дает. Это ядро инструментов из урода на полную неузнаваемость. Кому можно дать? Две перезарядки. Но это не очень, ну, хорошо на самом деле. Так, сюда можно? Нельзя, смотри-ка. Оружейный инструмент. Вот оружейный инструмент. А!
нужно заменять. Поиск уязвимостей. Ну, поиск уязвимости ему, по-моему, нафиг не нужен. Пусть уж лучше перезаряжается, наверное. Ни разу даже, по-моему, не... Один раз использовал, когда заблокировали его способности, по-моему. Сканируем. Обыскиваем. Инопланетянина нашли. Сканируем. Так, следят. Глаза матери требуют лазерного сожжения. Уборщик без шлема. Так. Выстрел в голову. Наносит урон, пробой. Но это сейчас лучше не использовать, потому что он вряд ли уж нанесет столько урона. Критический эффект оглушения. Быстрый удар. Но это карта лишь ближнего боя. Это ближний бой или нет? Энергетический клинок. То есть я могу два раза удар нанести. Тогда да. Давай посмотрим, кому лучше. Вот это бам. И теперь разрывающий удар. Бам. Теперь кровотечение, да, на него. Ну, не кровотечение, наверное, какое-нибудь там. Масло течения. Укрепление щита. Давай используем усиление щитов. И знаешь, я сейчас нестандартно поступлю. Я своего охотника попробую усилить. Потому что все время его атакуют. Стреляют. Ну, вот так вот они по всем подряд начали палить. Так, а теперь... электромагнитная граната. Великолепно. Я нанесу больше урона, если... Так, 14 урона я нанесу. И они не смогут другие карты брать. Что такое заморозка? Снижает инициативу. Ну блин, тоже не круто на самом деле все это. Ну ладно, давай, бам. Щиты снял и карты они сбросили свои. Ну не могут брать, вернее. Выстрел в голову, целью. Так. Не очень круто, конечно, но надо же как-то его добивать, да? А этим уже щиты нужны. Так что, ладно, бог с ним, бам. 26. Прилив сил, укрепление щитов. Отключение щитов. Великолепно, кстати. Но это потом. Пока укреп... Ой, подожди. Он себе, что ли, укрепил? Да, он себе укрепил. Но при этом я могу еще что-то даже делать. Ну ладно, давай так. Союзника усилим. 31, отлично. И вот они начали опять моего охотника колупать. Промахнулся, разрывающий удар. Так... Оглушающий, обжигающий. Давай попробуем. Обжигающий. Так. Самозарядка. 40% восстанавливает. Или прицельный выстрел. Ну,
12-16. Ну, не убьет он его в этом случае. А здесь сколько? Ну, слабый, слабый очень поджог. Поэтому давай вот этого все-таки добьем. Вернулась, похоже, карта. А ты, мой хороший, восстанавливай давай щиты нашим ребятам. Так, давай посмотрим, что такое замораживающий удар. Бам! А, ну инициатива просто снижена, да. Так, и даже может повторить, между прочим. Прикольно. Одиночный или оглушающий? Давай одиночный. Бам! Так... Опять тут куча врагов. Мощные довольно-таки, ребятки. У нас кончается энергия. Смотри, если я сейчас использую быстрый удар, то смогу еще одну карту ближнего боя разыграть. Это очень здорово будет. Усиление атаки. Вероятность критического успеха. Давай, знаешь, попробуем вот так поступить. Усиление атаки. Потом быстрый удар по вот этому врагу. И потом усиление атаки действует? Нет. Разрывающий удар. 12 урон. Ну, я же их тут не побежу все равно, да? Поэтому давай вот это вот добьем. 12 урон не так уж много. Вау, вот меня очень беспокоит вот эта подруга. Она снимает... тупо снимает все, все щиты, блин. На себя или союзника? На союзника, конечно. 22, но зато я смог сразу же восстановить их. Провоцирующий удар. Давай провоцирующий, это однозначно мне срочно нужно. И давай, наверное, ею займемся, потому что она довольно крута. А теперь, пожалуй, атакуем двойным выстрелом. Так, проблема. Оглушение механической цели. Так, могу ли я вот этих... эту гадость оглушить? Она биологическая, я не могу ничего сделать с ней. У нее есть несколько типов атаки. И непонятно какого типа. Огонь на подавление. Ну, давай, допустим... Так. Ближний бой запретим. А ты сейчас... нанесешь мощный удар. Пора расправиться с этой подругой. Кислотный плевок. Хорошо, что не по танку.
Самозарядка. Смысла нет. Целеуказание. Ну ладно, давай целеуказание. Так, срочно каким-то образом нужно восстанавливать щиты. А ничего нет. Огонь на подавление, взлом механической. Отключение щитов, одиночный выстрел. Ну давай, снизим вероятность ее попадания. Обжигающий удар. М-граната. Это не нужно. Выбора нет, давай. Промахнулся. Повезло. Очень повезло. Бам. Так, куча всего тут. Это не подходит. Вот это шикарная вещь. Это ядро инструментария изуродовано. Энергетическое поле. Великолепно. Я думаю, что мне очень повезло. В этот раз сохраняемся. Переходим в предметы. Переключаемся на нашего техника. И заряжаем ему технологического бота. И энергетическое поле. Все, великолепно. А у меня проблема. Мне нужно срочно восстановить энергию, но у меня не так уж много ее. Я использую 300 единиц и буду надеяться на то, что мне этого хватит для того, чтобы найти новый. А, повезло. Да, я был очень близок. Ну ладно. Оружейный инструмент М-граната. Берем. Посмотрим, можно ли еще куда-то гранату сунуть. Да, можно. Хорошо. На самом деле, эта игра довольно глубокая, и не обязательно использовать все карты, которые ты получаешь. Но в моем случае я хочу собрать большую карту, чтобы иметь возможность выбирать. Хотя, когда карт много, до нужных карт может не дойти время, например. Вы замечаете, что кто-то работает у стены и поет. Клик-клик, клик-ти-клик, откопать и отскоблить. Что вы копаете? Эти прутья, эти стены, по крупице так куется счастье птица. Йодли-йодли-йо. И руки не опускаются? Вы слышите радостное посвистывание. У меня полно времени, у меня тут такие запасы энергии, еды, что я могу сидеть здесь годами, и у меня столько всего, что если хотите, могу обменяться с вами чем-нибудь. Давайте торговать. Это хорошо, давай я как раз продам тебе кое-что. Так. Стрелковое оружие с разбросом. Оно мне не нужно, продаем. Поиск ресурсов. Продаем. Разящий выстрел. Наверное, тоже продаем. Да. Так, это не трогаем. А что купить? Тяжелое оружие ближнего боя. Слабое. Ну, то есть, всего лишь один одиночный удар. Это несерьезно. Энергетический клинок. Обычный, но может вызывать кровотечение. Это хорошо, однако слишком дорого. Энергетический клинок. Так, такой у меня уже был. Легкое стрелковое оружие, дорогое. Энергетический клинок, модификация. Нет, спасибо. Бонус критического урона, разящий выстрел.
Так, оружейный инструмент модификации. Электрическое усиление. Вот это прикольно. Усилением выстрела наносит 200... Наносит минус 50% урона оружию щитам. Это не надо. Оружие ближнего боя. Дополнительного урона перегруза на один ход. Наносит... Ну, все это очень хорошо, но действительно я не могу себе это купить пока. Вы очень любите петь, да? Я всегда пою, и мне легко, и заботы улетают далеко. Скибо-дибо-ду, ха-ха-ха. Поздравляю. Тогда пока берегите себя. Ду-ди-ду, ди-па-ди-ди. Обыскиваем. Стрелковое оружие. Выстрел навскидку. Повышает инициативу. И прицельный выстрел. Надо посмотреть, что я могу использовать из этого. 68 энергии для того, чтобы добраться. Стрелковое оружие, в принципе, любое. Поэтому, ну, сюда вряд ли. Критическая подпитка. А, ну оно, наверное, не подходит сюда, да? Только сюда. Тогда не берем. Ладно, есть, конечно, возможность, например, здесь открыть, я думаю. Но я не буду ею пользоваться. Так, стоп. Что за фигня? Сюда можешь пройти? Может. Продаем весь хлам. Это тоже, пожалуй, продаем. Так, восстанавливаем резервы обязательно. И смотрим. Оружейный инструмент. Наносит 2 единицы урона, обездвиживает. Дорого. Это тоже дорого. Видишь, как в щите эта штука очень дорого стоит. А я купил модификацию. Правда, до сих пор особо не пользовался. Выстрел навскидку. Впечатляющий выстрел. Это все дорого. А энергетический урон... Клинок хороший, но он в основном для шквалов ударов. Это не очень круто. Ничего я, в принципе, купить не могу. Разве что вот энергию, например. Немного. А здесь я что-то могу сдать? Нет, не могу. Ну ладно. Полетели обратно, что ж делать? Так, теперь выбираем место, где появляться, правильно? Правильно. Здесь я почти все изучил, но не полностью, конечно.
Но это не особо нужно. Сканируем. Угу. Все, идем сюда. Ух ты, призрак. Ищите данные на борту реликта. Вау. Рядом с консолью неподвижно высится огромный конструкт из металла и плоти. Вау. Попробовать загрузить данные. Вот нам, я так понимаю, вот эта штука нужна. Она очень похожа, кстати, на пушку из... Или кресло пилота из Чужого. Только лицо есть какое-то тут. Попробовать загрузить данные. Попробовать разжиться деталями. Попробовать взорвать. Взорвать не надо. Давай попробуем загрузить данные. Вы без проблем загружаете данные. Попробовать разжиться. Если взрывать будем, этот, скорее всего, нападет, да. Мы загрузили данные. Персонаж-боксер прошел испытание навыка технологии. Разжиться деталями. А разжиться деталями, это, скорее всего, нужны навыки собирателя. А взорвать конструкт, это, скорее всего, нужны навыки оружия. Но у нас пока они не очень высокие. Я вот только думаю, что это, скорее всего, чучело на меня, наверное, должно напасть, если я попробую разжиться деталями, да? Давай уходим. Сохраняемся на всякий случай. И попробуем с ним пообщаться. Разжиться деталями. Попробуем. Вы случайно активируете охранный конструкт. Удар с задержкой. Вау. Блин, я так и думал. Так, усилитель оружия. Сверхмощное усиление. Давай-ка целеуказание на него, пожалуй. Перезарядка щитов или усиление щитов. Давай попробуем усиление. Оно больше дает эффекта. Оглушающий, разрушительный. Так, что у нас тут? У него броня Некростраж 3 уровня. Сопротивляемость урону. Критическое попадание. Его не оглушить. Так. М-граната. Если цель в укрытии, уничтожает. Оглушающий удар. Разрушительный удар. Он в укрытии или что? Нет. Давай попробуем ему гранатой запулить. Бам! Чтобы он не мог карты брать дополнительные. Уклонился, ага. Отлично. Хорошо, что у него тоже есть уклонение. Усилитель оружия. Усиление атаки. Критическое усиление. Так, знаешь, что мы сделаем, пожалуй? Возьмем две карты дополнительно. Я надеюсь, что это будут атакующие карты. Нет, сволочь, это не атакующие карты. Усилитель оружия. Не хочу... Так, критическое усиление. Самозарядка, подпитка. Ну ладно.
Всего 8, обалдеть. Что так мало-то? Конец хода. Перезарядка щитов. Энергетическое поле. Кому надо там перезарядить щиты? Никому. Дает очередь из... Так, ну давай попробуем вот энергетическое поле. Будем получать меньше урона все. Ты наносишь разрушительный удар. У него, к сожалению, еще 2 единицы брони. Бабах, 25, обалдеть. Усилитель оружия. Разрывающий удар. Так. Критическое усиление и подпитка. Давай попробуем критическое усиление использовать. И долбанем ему вот разрывающим ударом. Минуя, я так понимаю, да? Броню или что там? Перезарядка щитов. Ну, конечно, перезаряжай щиты свои быстрее. Обжигающий удар однозначно. Так, снял. Все щиты снял, пошел по здоровью уже. Усилитель оружия. Ох, как фигово-то, а. Вообще оружия нет, безобразие какое-то. Целеуказание сняли. Ну, давай хотя бы целеуказание тогда снова верни на него. Очередь. Перезарядка щитов. Ну... Временные щиты. 35%. Почему-то усиление щитов дает больше эффект, чем восстановление. Не знаю, поэтому я его выберу. А этот, пожалуй, приятель... использует провоцирующий удар и возьмет удар на себя теперь. Пугает его. Получилось? Нет, не получилось. Это хорошо. Ну, наконец-то выстрел в голову появился. Повышенный шанс критического эффекта. Что тут у нас? Сверхмощное усиление. Сбор бой карты оружия на следующем ходу. Самозарядка, подпитка, самозарядка. Ну, ладно, что? Выбора-то у меня особо не остается. Усиливаем и стреляем ему в голову. Бам! Неплохо получилось. Так, перезарядка щитов. Есть нет, никому не нужно. Оглушение бесполезно. Так, давай-ка попробуем, знаешь, что сделать. Сколько еще там целеуказания? 2 хода. Давай сбой ближнего боя. У него, по-моему, ближний бой очень мощный. Кажется. Оглушающие удары сплошные. М-гранаты нам не нужны, так? В любом случае, мы, по крайней мере, получим какой-то опыт за убийство этого чудища, правильно? Так, усилитель оружия. Сейчас он не может никакого оружия использовать, поэтому есть 2 варианта. Первый, он уходит в маскировку.
на 3 хода. И второй вариант. Он усиливает кого-то. Может быть, себя, например. Самозарядка. На 2 хода, на 3 хода. Ну, давай так. Вот, наконец-то. Вводит в бой бота. Он использует поток оскорблений каждый ход. Критический эффект здоровья. Так, прикольно, прикольно. Давай попробуем. Первый раз вижу такого бота. Самозарядка. Нет, это не нужно. Оглушающий удар тоже бесполезен. Поэтому давай М-гранату. Она урон не наносит щитам, но не дает ему заряжаться. Так, этот привлекает на себя атаку. Очень забавно. Обзывает этого некротического андроида. Так, усилитель оружия. Самозарядка. Так, у него сейчас усиление оружия как раз работает. Маскировка. Поэтому мы вот сейчас нанесем ему такой урон. Возможно, даже убьет. Да, смотри-ка. Но почему-то мы ничего не получили. Очень обидно. Зато получили опыт. И то хорошо. Почти уже до 3 уровня докачались, между прочим. Пойдем сюда. Опа! Будь с нами, будь как мы. Так, приготовиться к бою. Тройной выстрел можно сделать. Можно быстрый удар, прицельный выстрел. Давай попробуем тройной выстрел. До 18, да? Усилитель оружия на 2 хода. Ну ладно, на себя. О, смотри, он может прямо сейчас действовать. Это круто вообще. Давай теперь попробуем вот этого загасить. Слушай, а прикольно. Давай вот этого. Круто вообще, слушай, вообще обалдеть. Наверное, так повезло. Смотри, он даже второй раз может стрелять. Что происходит вообще? Прицельный выстрел. Быстрый удар. Бам. Обожаю охотников. Так, энергетическое поле. Отключение щитов, укрепление щитов. На себя. Ага. Давай энергетическое поле накладываем на всех нас. Попробуй что-нибудь сделать теперь. Смотри, он 2 раза почему-то атакует. Непонятно. Да, вот после того, как я нахапал всего подряд, конечно, не очень хорошо начал показывать себя мой громила. Наверное, разряжать его нужно. Разгружать. Слишком много гранат. Ну и все, давай. Красиво, эффектно его пристрелим. Это нам не надо.
Так, что там у меня? Много мусора? Ну, кое-что есть, конечно. Но не сказать, что прям много. Ну, давай попробуем поторговать немножко. Это убираем, это тоже продаем. Это тоже продаем. К сожалению, не так уж много у нас тут полезных вещей получается. Энергетическое усиление. Мне нравится. И недорого. Оружейный инструмент, модификация. Оружие ближнего боя. Так. Модификация, обжигающий удар. Дорого очень стоит. Двойной удар. Тоже дороговато. Мне еще нужно оставить деньги на зарядку ведь. Оружейный инструмент, модификация. Прежде чем я покупать буду, я хочу сначала посмотреть, я смогу это использовать или нет. М-гранаты. Ну да, я думаю, что я смогу это использовать. Усиление выстрела. Не усиление, например, атаки рукопашной. Поэтому мне придется обязательно использовать именно для снайпера этот модуль. Прилив сил, критический эффект, возврат. Прилив сил. Так, тогда подожди еще раз. Стрелок, критическое усиление, подпитка и сверхмощное усиление. Ну, можно вот эту штуку заменить, потому что она очень спорная, она... Не дает потом на следующем ходу атаковать. Электрическое усиление. Давай, берем. Единственный недостаток этой темы в том, что она ориентирована на щиты. А другой модуль ориентирован, в принципе, на что угодно. Так, опять у нас с потолка падают мерзкие червяки. Вот, электрическое усиление, но если щиты кончились, оглушение. Давай попробуем.
Попробуем энергетическое поле. Я в него не особо верю, конечно. Давай, добей вот этого. Перезаряжаемся. Отвлекающий бот. Давай попробуем. А почему он не по отвлекающему боту начал? Наверное, потому что ему надо... А, он еще не успел сходить, не успел атаковать, поэтому... Наверное. Так. Ах ты такой сякой! Кричит. Бам-бам-бам. Так, у меня даже, наверное, сейчас достаточно этих внутренностей для того, чтобы сдать квест, кто знает. Так, сколько нужно? Я понял, убери. 58. 29. Нет, придется сюда вернуться. Обнаружена хлипкая органика. Лучевое оружие активировано. Критическое усиление. Тройной выстрел. Маскировка. Так, давай электрическое усиление. Как раз щиты у них там. Тройной выстрел. Бабах-бабах. Должен убить, наверное. Вот они ему потрясение сделали, у него карт меньше теперь из-за этого. Перезарядка щитов. Пожалуй, да, почему бы нет. Хотя, нет, давай вот так. Добьет же его, да? Ха, чуть-чуть не добил. Вот, этот может соседней цели тоже атаковать. Может, что-то получится? Нет? Так, критическое усиление. Прицельный выстрел. Давай. Использовал... вот во время боя тратится еще и энергия. Пришлось использовать... Похоже, что он использовал, наверное. То есть тебя никто даже не спрашивает. Перезарядка щитов на себя. Так. Ну давай. А хотя нет, смысла нет. Давай сделаем так. Выстрелы заблокируем. Вот он десятку, похоже, использовал сейчас. 10 единиц энергии. Так, щитовое ядро, модификация. Эффективность, способность восстанавливать щиты. Ну так, ничего особенного. Thank you.
Берем. Вряд ли особо будет полезно, но все-таки. Так, и теперь надо, знаешь, чем заняться? Надо бы разгрузить немного моего танка, потому что у него так много гранат, что он просто тратит свое время и не может атаковать, и не может провоцировать. Это очень плохо. Плюс у меня же опять появились очки способностей, которые нужно потратить. И этим всем мы займемся в следующем видео. А пока жду ваших комментариев, как вам игра, стоит ли продолжать, интересно ли это. Ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, на мою кураторскую страничку в Steam, там я пишу обзоры. И до встречи в следующем видео. Пока!